Сертін серт қартын халим год, негінегінден дұрлая, қамен бақчуты үлгір болчы, қарта ақынран күлдія. Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем цикл наших передач «Разговоры о политике». Сегодня у нас такое начало. У нас в гостях Николай Алексеевич Шевенов. Как-то в одном из эфиров с Семеном Николаевичем Антеевым и Валерием Анатольевичем Бадмаевым я это невольно в шутку назвал «старики-разбойники». И так это к ним приклеилось, и Николай Алексеевич является одним из стариков-разбойников. Тоже очень позитивный человек для меня. Но я его характеризую как очень культурного человека, представителя интеллигенции. Николай Алексеевич, вот хотелось бы послушать немного вашу биографию. Я знаю, что вам уже за 70, что вы активист, давно этим занимаетесь политикой. Не только активист, но еще и вы спортсмен, участвуете в самодеятельности. Хотел бы послушать, как вы пришли в это, как начали заниматься, как пришли в демократию. Ну, спасибо за характеристику. Ага. Конечно, я не считаю себя там героем, предположим. Для меня вот на первом месте в жизни это вот отношение людей между собой. Доброта, справедливость, порядочность. Вот я как бы вот так родители меня сделали, что ли, можно сказать, вот, что для меня это главное в моей жизни, и всегда я как бы этого принципа придерживаюсь. И вот когда все это как бы началось и вот как бы продолжается в моей жизни, несмотря на уже возраст пенсионный, скажем так, вот, тем не менее для меня главное, чтобы вот те, кого я поддерживаю в своей жизни, Семен Атеев, Валерий Бадмаев, Батыр Бармангнаев там, и другие, Адучай Реднеев, Аркадий Горяев, те, которые вот как бы вот наше ядро, для меня вот главное, чтобы я их как бы не подводил. Вот. Бывают, конечно, ситуации, когда не всегда как бы хочется там пойти, там еще что-то, всякие бывают обстоятельства, мысли. Но, тем не менее, я считаю, что для меня главное, чтобы я не подвел этих ребят. И я уверен, что они тоже такие. Они тоже думают, наверное, вот придет Николай Алексеевич там на митинг, например, или на какие-то протестные акции другие. Вот. И им тоже будет неудобно, наверное, так я думаю, передо мной, так же, как я перед ними. А начиналось, так я вспоминаю вот сейчас, как это у меня в жизни было, я помню, что я еще в школьные годы, ну, наверное, уже в старших классах, мне было почему-то интересно читать газеты. Я их, правда, тогда не выписывал, ну, в библиотеку там пойдешь, школьную, например, газета «Правда» в основном, конечно, тогда была. Потом это во времена уже... Советского Союза еще. Да, во времена Советского Союза, это было уже еще, получается, 60-е даже годы. 60-е годы. Вот. Не так много было информации, еще телевизора так вот не было, а в основном приходилось читать. И я обратил, тогда я стал делать, завел специальную тетрадку, и туда то, что интересно, информация какая-то, ну, чаще всего это была, конечно, информация внутри страны. Вот. Это теперь я понимаю, что она не всегда была достоверная, слишком она была приукрашена, мало было критики тогда, ну, цензура была в то время. Вот. И я понимаю сейчас, что не все, конечно, то, что я, ну, тогда еще возраст у меня был, я как бы не понимал, я думал, что я еще помню, даже, по-моему, когда мы поженились с женой после 1974 года, какое-то время мы говорили, ой, как хорошо, что мы в Советском Союзе родились. Везде там, что там творится, везде там убивает, везде мафия. Вот. И
делать подшивки. Потом я в школе, в классе, помню, политзанятие. Ну, не политзанятие, политинформация. А, ну, раз в неделю, там, по-моему, в начале недели, кажется, каждой недели. Вот. Кто хочет политинформацию, я руку поднимаю, я хочу. А, ну, вроде бы старались меняться. Вот. А кто-то отказывается, говорит, Коля, давай ты. А у тебя получается там, типа, информацию. Ну, то, что вот как бы та информация, которая она официальная была, то я как бы старался доводить. Вот. Ну, и то есть потом... вас тянуло к политике, можно сказать, да? Ну, получается, я сам немножко не пойму. Вот с рождения как бы вот у меня был интерес к этому. Но, наверное, вот мой характер, наверное, мне про меня говорят, что я как бы любознательный. Мне все хочется узнать, хочется на себе как бы испытать все это. Все это мне интересно. Мне вот говорили ребята... Друзья говорили, да, и родственники тоже, Энколя, Юмбо лучше Медхарсетна. Я смотрел, я читал ваше интервью, когда готовился в Лесинскую, вы очень там много внимания и очень много благодарности уделяли своему брату Борису, которого, да, которого, да, вот, да. Вот, я говорил, хотел, что он, да, ставил у вас... упомянуть, это Борис Алексеевич, мой старший брат. Вот он когда-то с отличием закончил Цагануртскую среднюю школу с золотой медалью, потом закончил Ставропольский педагогический физмат с красным дипломом. Вот. Его сразу же отхватили как бы, вот, в наш университет. Вот. Он работал долго очень, был очень известный человек. Вот. Он был первый, наверное, мой наставник. Вот. Он тоже, наверное, такой талантливый был во всем. Например, вот музыки он меня... Я помню, как-то он на каникулах привез баян. И оставил мне его баян. А мне до этого, правда, интересовался. Гармошка была такая обыкновенная. А тут он баян привез. Ну и никто меня... Я, честно говоря, и ноты до сих пор нормально не знаю. Я начал на слух. То есть огромную роль он сыграл, да? Да, огромную роль в моей жизни сыграл. Наверное, и вот в политической жизни. Да. Вот я все время думаю, вот когда особенно 90-е годы, когда вот перестроечное время прошло, а он умер в 84-м году. Я думал, вот бы сейчас бы, вот время Бориса, прям, я прям так жалко было, что его нету. Потому что, мне кажется, он был настолько умный, он явно опережал свое время. Он это, конечно, естественно, не высказывал, мне не говорил, может быть, другим говорил, но мне он это не говорил. Но сейчас я понимаю уже, когда старше стал, что его время, как бы вот оно было, по крайней мере, в 90-е годы, ну и сейчас бы он, я думаю, не затерялся бы, был бы тоже такой человек, справедливый, скажем так, по отношению к тому, что происходит. Потому что он тоже, ну, информацию не получал, знал только то, но тем не менее, все равно, я думаю, для него то время, оно было, скажем так, он понимал, что мы живем не так, как могли бы жить. Вот. Потом в институте, Волгоградский медицинский институт, я поступил в 68 году, а где-то в 71-м, по-моему, к нам на третий курс, я помню, мы поехали в колхоз, с этого у нас каждый год начинался учебный, собирали помидоры, вот. Целый месяц там жили, значит, это в сараях. Ну, интересно было все равно. Вот. И какой-то парень сел русский к нам на борт в машину. Ага. Ну, ехали молча так туда-сюда, потом уже когда, или в дороге, по-моему, я с ним ближе познакомился, он говорит, Дмитрий Архипов, а он где-то года на 3-4 старше меня был. Он был местный, волгоградский, семья у него уже была, дочка на тот момент, помню, была у него. Дмитрий Архипов, он был очень интересный человек, он очень похож и внешне, и, мне кажется, по своим взглядам, что ли, на нашего барда в то время, Высоцкого, а на Высоцкого был очень похож прям на него. Моя жена потом уже, когда тоже отметила, он говорит, как на Высоцкого очень похож тоже. Такие большие глаза и такой очень... И вот мы с ним тоже разговаривали. Он старше меня был и более, наверное, продвинутый. Я помню, однажды что-то на перемене, на перерыве
между занятиями, что-то мы заговорили, как бы политики, что ли, коснулись втихаря. А я говорю: «Дима, в чем дело?» Говорю, вот я сам сельский житель, там, говорю, вот свои овцы, которые ты, ну, там много не разрешали держать, но все равно держали в селе. Вот. Они, говорю, упитанные, мы за ними следим, кормим там. А те совхозные, говорю, их целыми этими машинами, колоннами, говорю, каждый раз, они, чтобы они не сдохли, а бывало и в дороге, в Волгоград возили на мясокомбинат. Ага. А он говорит: ну, проблема в том, что у нас, говорит, нет частной собственности в стране. Вот он уже тогда понимал, он говорит, если появится, как бы будет частная собственность, вот, ну как вот НЭП, наверное, вот, в 20-е годы при Ленине еще НЭП начался, примерно так должно, если будет у нас в стране развиваться, примерно вот так и будет у нас тоже, и все будет хватать, и продукты будут дурндан, как говорится, на полке. То есть начали говорить о демократии. Да, вот я тогда как-то задумался, и вот эти вот, ну скажем так, либеральные взгляды для меня, вот в то время, мне кажется, они стали для меня уже так, ну, я, естественно, этим интересовался, скажем так, опять же со школьной скамьи, ну, кругозор уже начал расширяться у меня. Вот, и благодаря, вот можно сказать, моему другу Сяньон Тюртха, вот, его давно уже нет в живых. Вы пришли в демократию? Ну, наверное, так. Это сколько вам лет было? Ну, тогда мне студент, было 20 лет. 20-21 лет. Я 11 классов заканчивал тогда при Хрущеве. Один год был, один только год было обидно. Сделали 11 класс, и мы в 11 классе после 10-го били баклуши, ничем не занимались в Сагановской школе, потому что всю программу было это. А потом на следующий год раз и отменили. Всего год было, мы выпустились. И два выпуска было, вот в 64-м, наверное, году, если я не путаю, в 64-м, 65-м, что ли, году. И те, которые на класс ниже нас шли, десятиклассники, они тоже стали выпускниками. Угу. Вот. И вот, вот это вот. Ну и потом я слышал, что есть такой передачу по радио «Голос Америки». Вот. И я после первого, по-моему, курса приехал в Цаганур на каникулы и к своему родственнику нанялся, Мутагида зовут, Сяньон Тюртха, уже его давно нету в живых. Вот. Целый месяц у него проработал, вот, раз, и помню, он стоил приемник спидола или ВЭФ 100 рублей. Я ему говорю: вот мне надо 100 рублей, объяснил ему, и он, я-то работал на точке у него, никуда не безвылазно, можно сказать, летом. Ага. И он мне 100 рублей вручает, я сразу, ну, уже в Волгограде, там в Цаганури не было, уже когда приехал, сразу побежал по магазинам в Волгограде, купил этот приемник, и по ночам в основном приходил, сглушили же тогда. И по ночам его включал, там куда-нибудь уходил, там, чтобы ребята... Чтобы никто не слышал, да? Да, и «Голос Америки» там прорывался, вот, вот это вот. Я вот тогда уже как бы заинтересовался, вот мне было интересно все, что происходит как бы за пределами. Я уже понимал, что потом, работая в Большом Царыне, там... был первый секретарь Белозеров Виктор Иванович. Вот. Он был депутатом тогда не Государственной Думы, а Верховного Совета был. Угу. Он от Калмыкии, по-моему, чуть ли не единственный. По-моему, в честь него поселок назвали, да, Белозеров? Да, он был до этого, оказывается, поднял совхоз Кигульта. Вот он там прославился, поднял этот совхоз. Но он был настоящий деспот, вот скажем так. Вот. Если кто-то жаловался, например, на него, писали там в ЦК, там, это, Брежневу, ему возвращалось, и все, хана тому человеку. Жестко реагировал. Ага, я помню, там была женщина Мевидовская. Ну, не по политическим, по-моему, там какие-то вопросы, она что-то с ним заспорила. Вот, и ее бедную там чуть ли не психбольницу, приходили прямо в больницу, говорил он, оформите ей, говорит, что она психически больная.
Ну, у нас, правда, психиатра не было, и мы на этом... Вот это все на вас повлияло в том числе, да? Да, такой, конечно. Режим. Это как тоталитарный режим он устроил у себя, да, выходит так же. Да, вот прямо явно. И я помню, где-то вот с женой мы дома говорим, слушай, везде вот пишут, говорят, там, мафия в Италии и так далее, там, это... А вот настоящая мафия, вот она, партийная система, это настоящая мафия. И вот сейчас, когда вот это вот к нашему, если как бы временам вернуться, примерно то же самое, примерно то же самое. Опять вот только вот если куда-то что-то там получается, вот это вот все единовластие, оно хоть как-то не хочешь, как Путин как бы не хотел, оно превращается в мафиозную структуру. Это, ну, от то есть этого... не та демократия, о которой вы мечтали, да? Да, да, да. Ну а потом вот в 90... В 89-м, по-моему, году здесь уже в Листе я работал. Вот. И ребята, Тадаев Борис, потом Анжаев Борис, Бадмаев Валерий Антонович и этот Батыр Бармангнаев, они организовали Народный фронт. А как вы познакомились? Когда у вас сторонники появились? Вот, как до это этого, я вспомнил. Как это случилось? Да, точно. В 89-м году мы, я вот не помню, каким образом, сейчас не могу в деталях вспомнить. Антонович обычно хорошо эти вещи помню, вспоминает, да? А я вот, когда ему это готовился к передаче, кое-что у него уточнял. Вот 7 ноября 89 года, ну, человек 15, а может быть меньше, я сейчас не помню, Полина Выгорет, я помню, из тех, которые сейчас в Москве, там многие, мы вышли с траурными черными повязками на демонстрацию. Вот. Мы шли в самом конце, помню, наших этого демонстрации. Вот. И помню, те люди, которые впереди нас шли, они не уходили, они встали там на площади вот, и смотрели, как мы прошли. Ну, по-разному смотрели, кто-то с любопытством, пожилые люди с осуждением, возможно, даже какие-то крики, возможно, наш адрес были. Вот. Это 89-й год? Да, это 89-й год, и я помню, что было очень, ну, морально было. Нет, в 90-м году, вот в 90-м году. До этого вы уже проводили же вот памятный митинг репрессирован. Да, 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 в защиту, значит, казахов, когда в 85-м или каком-то году под первым секретарем казахского обкома партии в Казахстане поставили, вот фамилию сейчас я не помню, ну, не местной, как скажем так, национальности, тут волна тоже пошла, и мы тоже как бы поддержали, вот, ну, возможно, с аналоги, не все акции я сейчас помню. Вот то, не, что ну, я знаю, что с 89-го года уже Валерий Антонович, когда... Помните, в прошлом году мы проводили митинг памяти вот, 28 декабря? Да, да. И вот я удивился, что, оказывается, уже 30 лет, как вы. Да, что... правильно, да, точно, да, точно. 30 лет, как мы первый раз. То есть вы не помните, как вы все с ними познакомились? Просто вам тогда по сколько лет было? Лет по 40, да? Так, если мне 78, ну, да, да, где-то до 40, возможно, даже это. Вот. То есть вот то, что вот я с этими ребятами познакомился, и, как скажем, до сих пор, я вот в их кругу, когда мы собираемся, я чувствую себя комфортно. Потому что я знаю, что они ребята честные, порядочные, как я вот говорил. Вот. Они никогда тебя не обманут, не это. Вот. Примерно вот так я себя ощущаю. С ними? Да. Ну, это ваши сторонники, я думаю, уже давно уже с ними. Ну, наверное, так. Проверены годами. Да. Десятилетиями даже проверены. Mm-hmm. И вот, когда организовали Народный фронт, я, правда, не входил его в правление, но на все заседания там я приходил. Вот, я помню, это, по-моему, в университете, там Аглаев, там, из тех, которые тоже Сянь-Нюрнберг, один из организаторов был, вот эти ребята активные были, Николай Гаврилов, Александр Насунов, вот тех, которые вот сейчас на ходу как бы могу вспомнить, вот, собирались вместе и обсуждали те вопросы. Угу.
Потом к нам приехал, по-моему, осенью как-то приехал Николай Иванович Травкин. Он был герой труда СССР. Он организовал демократическую, возможно, это самая первая партия вообще была демократического толка. Вот. И мы как-то дали ему знать, кто-то из ребят, сейчас не помню. И он приехал, и мы, помню, в кафе вместе сидели, где-то здесь недалеко, по-моему. И там обсудили, вот. И он предложил нам организовать партию демократическую, ну, филиал, скажем так. Здесь, в Калмыкии. Да, в Калмыкии. А мы согласились, вот. Сейчас не помню, кто был председателем тогда первым, именно у нас. Вот сразу не вспомню. Ага. Ну, вы начали вот как зарегистрировали партию демократическую? Зарегистрировал, начали? Да. Он в 90-м году, по-моему, весной он ее начал регистрировать, а в конце 90-го он и после этого, после того, как зарегистрировал, вот он к нам приехал, я помню, переночевал, мы его тут встретили хорошо. Ага, ну, тогда, вот тот период же, когда вы партию зарегистрировали, начали там работать, тогда, я думаю, не было таких как бы оппозиционных? Вы же тогда не были оппозиционеры? Или уже вы тогда были? Нет, вот, наверное, ну тогда это как бы, может быть, зарождалось. Mm-hmm. Тогда была вот в отношении по-другому власти, смотрели, да, она была растеряна в те годы, вот mm-hmm. мы помним. Вот. Она была растеряна, и, в принципе, ну, можно было позволить себе все, что как бы ты хотел сделать, ну, лишь бы там не восстание, там никого не это. Вот. А свои мысли можно было смело говорить, не боясь, что на кухне, раньше на кухне же мы это все обсуждали. Ага. А здесь можно было любому человеку это говорить, и в принципе, ну, многие считали, что это хорошо, это правильно. Тем более, я же говорю, нас где-то человек 30-40, может быть, уже в конце концов собралось. Некоторых я в городе встречаю. Володя Шараев, например, такой, вот, который вместе с нами тогда были. Вот. А в 98-м году уже организовалась партия «Яблоко» в нас, в Калмыкии. Оно в 94-м году организовалось, там какие-то люди у нас были, организовали «Яблоко», но я в него не вступал. А потом в 98-м году вот Лариса Юдина, Лариса Юдина, журналист Советской Калмыкии, редактор Советской Калмыкии, она тогда уже как оппозиционная стала. Вот, она инициировала создание этой партии. Вот, я в него вступил и никогда не выходил. Был период, когда вот как бы никакой деятельности не было. Ага. Многие ребята, честно говоря, мои товарищи поуходили там, по разным причинам. Вот, их не все устраивало. Но я, например, до сих пор считаю, что это вот, ну, в России, как бы, если выбирать, то это самая демократическая, наверное, партия. Она, вот, я знаю, поддерживает все наш калмык Батыр, председатель. Я заместитель Батыра Бармангнаева в этой mm-hmm. партии. Меня вот в прошлом году избрали заместителем. Вот. Я считаю, что, ну, мне кажется, разные отношения, особенно в Калмыкии, к этой партии. Вот. И по России тоже оно такое, к этой партии. Но, ну, тем не менее, вот мне подходит, скажем так. А 89 по 93 год я был депутатом городского собрания. Да, вот до прихода Кирсана, Ильинжинова. Вот. Я помню, До прихода Кирсана вы были? До прихода, ага. А потом, когда пришел Кирсан, там перестройка туда-сюда, там лозунги. И нам предложили, значит, переорганизоваться. Но это ладно, это другая история. А вот в эти годы те ребята, с которыми, вот я, как говорится, Борис Тадаев, там Полина Выгорь, мы многие вот в эту партию, в это собрание нас избрали. Я помню, выборы были тогда честные, не было вот такого-то, какого-то это. Вот, может быть, единственные честные выборы были, когда вот нас избирали, наверное. Да, я, например, два тура прошел. Mm-hmm. Да, я прошел два тура на втором микрорайоне, мой участок был. Ну, там меня местные жители, правда, знали более-менее, так я врач.
Вот. И часто бывало, что оказывал помощь, там на месте знали, что я это. Вот. И я во втором, первом туре мы одинаковое количество голосов набрали с бывшим военкомом. Он тогда действующий военком был. Вот он, Бене, как его фамилия. Ага, сейчас не помню, но он есть. Он совет ветеранов, по-моему, возглавляет. Малазаев был. Нет, Урсабеля. Бене, вот сейчас надо было записать. Вы с ним были соперниками? Соперниками были. И на мое удивление, я, честно говоря, думал, ну, военком там, это, то, все, там, конечно, за него проголосуют. Раз, и во втором туре я побеждаю. Ага. Вот, и я... Почему вы считаете, что это были честные выборы? Потому что тогда не научились еще так делать, да? Вот, наверное, тогда, в тот период, я же говорю, вот самый демократичный, вот этот наш был, и избирали не по принципу, там, подходит, не подходит, там, власть не вмешивалась. Когда только вот СССР закончился, да, как бы этот переворот, и вот... Не знала власть, как себя вести, люди себя так... Там еще вот сами люди, вот Николай Секенов, например, был мэром города, от него многое зависело. А он вроде бы был коммунистом, там это он и до сих пор еще... То есть действительно были выборы, а не борьба за власть? Да, вот были выборы настоящие. Mm. И вот Николай Секенов, вот он был мэром города, вот он сразу заявил, я никакого этого не буду принимать в этом деле. Вот, все будет честно, все по-честному. Иосиф Шарапов, Сянтон Тюртха, тоже был такой мэр города на тот момент. Вот, законодательное собрание, он наш председателем был. Ага. И там мы, в основном, мы, я помню, в кинотеатре «Родина» собирались. В основном там зал большой. Вот, и полный зал, и там мы начинали там спорить, коммунисты свое высказывали. Мы, так скажем, демократически настроенные молодые, скажем, люди на тот момент. Вот, и вот эта вот полемика, она приводила к таким, ну, скажем, позитивным результатам, я считаю. Вот. То есть всегда был конструктив? Да, всегда был конструктив, да. Можно было обсудить, не бояться, говорить там. Не боясь за то, что потом тебя будут преследовать, там, твоих родственников. Вот, и вот тогда с нами считались, вот именно в такое время, и администрация к нам прислушивалась, города, вот, и, естественно, другие структуры с нами как бы прислушивались к нам. Я думаю, что вот... То есть все друг друга уважали? Все друг друга уважали, да. Вот именно сейчас же многие, вот те, которые как бы прошли 90-е годы, вот все отмечают, что именно вот самые демократичные годы были вот именно в этот на период. На этапе становления. Да. Вот где-то, ну, примерно, может быть, с 88-го по 93-й. До тех пор, пока, например... Кирсан не пришел. Кирсан, да, уже не пришел. После этого уже пошло опять такое управление, пошло уже ручное. А вот почему вот те настроения, которые были вот в этот период, вот не стали переходить дальше? Ну, трудно сказать сейчас. Просто, видимо, настрой людей, страна, что ли, вот, наверное, не готова большей частью все-таки, наверное. Вот я считаю, что это, наверное, эволюционный путь мы должны пройти. Наверное, вот уже наши внуки, вот благодаря интернету, благодаря тому, что мы за дел сделали. Вот у меня когда спрашивают, а что такого вот произошло, вот что вы выходили там демократически эти, я говорю, люди стали выезжать за границу. Это большое, говорю, подспорье, потому что до этого, ну, невозможно было, если ты не коммунист, там еще это. И я знаю, железный что, занавес, да? Да, когда выезжали, там КГБшники с ними обязательно выезжали. Вот они шаг влево, шаг вправо. Потом... Строго было все. Да, там, ну, цензура, как она была, как скажем, там, в то время. Вот, и вот эта цензура, она не позволяла людям высказываться так. И многие потом были зашорены, потом потихоньку стала власть как бы укрепляться. Ага. Они, видимо, считали, что слишком анархии много, наверное. А действительно, у нас тогда были и анархисты, кстати, тоже. Они открыто говорили, что они анархисты, там были
Ну, их никто за это не преследовал уже? Они, нет, нет. Они же не совершали вот такие поступки? Ничего, просто не, они, да, не, да, просто они говорили, что, типа, как раньше вот было, анархия, мать порядка, там, значит. Но они никакого беспредела, естественно, они не совершали. Они все в рамках закона, просто они говорили, что... И они одевались, помню, соответственно, даже как анархисты, вели себя так на наших этих... митингах, на наших собраниях, приходили тоже, им давали слово, выслушивали, ну, все могли, кто как бы имел свое мнение, все уважительно относились к другу. Вот это запомнилось, например, для меня. Сейчас вот мы даже вот когда собираемся в своем уже, скажем, кругу, мы тоже так же, как там, можем позволить себе и поспорить. Не, ну это да, и это, а где-то вот в другом месте, это потом тебя будут обзывать, там это, ярлыки вешать, националист, там говорить. А здесь мы в своем кругу можем об этом обсуждать, независимо от наших взглядов. Потому что, ну, даже вот тех, которые я назвал, у нас не во всем, скажем так, сходятся взгляды. Кто-то более либеральный, например, а кто-то консерватор даже. Поэтому все мнения, они должны быть в споре, должна рождаться, скажем так, истина. Вот. И проблема в нашей стране, она в том, что не прислушивается к голосу, ну, скажем, меньшинства. Вот мы на своем примере вот сейчас видим, что... К нам не прислушиваются. Да, не прислушиваются. Здравствуйте, к нам. Вот такой вопрос. Вы врач. Да. Вот вы вот то такой долгий путь прошли, ну, как врач, да, как профессионал, и, ну, естественно, как вот активист. Активист, как уже оппозиционер, да. Влияли ли ваши оппозиционные движения на вашу работу? Может, вас где-нибудь там увольняли или как-нибудь? Было ли такое вот? Ну, со мной, скажем так, грубо так не поступали, но у меня были ситуации, когда я сталкивался с тем, что ко мне из-за того, что я оппозиционер, например, в 2004 году так сложилось, я работал в рентгеновском отделении республиканской больницы, вот, и там появилась, как бы, скажем, вакансия заведующего отделением. Вот. Там я знаю, что вопрос рассматривался в отношении меня, чтобы поставить заведующим отделением, ну, уже по стажу, по опыту работы я мог там, вот. А потом мне, не помню уже кто сказал, или главный врач, или заместитель, кто-то говорит: «Николай Алексеевич, мы хотели вас поставить, но сверху, ага». Сказали: «Не, ни в коем случае». Кишан сказал. Ну, я сейчас не помню, наверное, и туда шло, может быть. Ага. И ко мне, вот я помню, даже домой приезжали. Говорили: «Ты что вот с этими ребятами?» Ну, можно сказать, они не говорили: «Мы тебя прибьем, убьем». Но так разговор, два человека, я не буду их называть, вот. Одного уже нет, другой бяне. Вот. Они приезжали ко мне прямо домой, вызвали, ну, днем это, правда, это, и так вот говорили: «Ты что, хочешь работу потерять?» Там то все, давили на меня. Вот. Было давление. То есть потом, вы это ощущали, такие примеры были? Да. Потом в 2004, кажется, году меня на конференции избрали в той же республиканской больнице, избрали председателем профсоюзной организации. Медицинской работы? Да, да, медицинской организации. По вашему характеру, по вашим настроениям? Как раз. Ну, дело в том, что они видели, что я как бы такой активный общественник. Вот, вот. Как я вот в Большом Сарыне, например, когда работал, вроде бы я администратор был, но меня просили, чтобы я этими делами тоже занимался, профсоюзными, скажем так. Ну, для меня главное было не просто там взносы собирать и потом раздавать там нуждающимся по праздникам, как это все традиционно делалось и делается до сих пор. А я думал по-другому. Да, я думал, что мы будем эти деньги собирать, кумулировать,
Вот. А потом, когда какие-то, ну, чаще всего из-за зарплаты, из-за низкой зарплаты, можно будет объявить забастовку, там, посчитать, насколько хватит, там, например, ну, на неделю, предположим, объявить забастовку, ну, типа итальянской забастовки, приходить на работу, там. Вы тоже хотели бастовать там, да? Да, вот я как раз, я, например, в голове у меня это было, потому что я видел, что, ну, как-то надо менять ситуацию. Долго вы пробыли председателем вот, профсоюза? Я неделю, по-моему, побыл. Вот. А потом, я не буду тоже называть, и человека нет в живых, тот, который... И вас убрали через неделю. Да, он этот, по-моему, позвонил мне, говорит, Николай, он Николай меня называл, он намного старше меня. Приди, говорит, надо поговорить. Ага, ну это что-то не то, ага. Никаких документов, ничего вроде бы это. Я прихожу в кабинет, говорит, Николай, ты извини, говорит, сверху позвонили, опять сказали, же. Ага, вы что вы наделали, типа, а вы это... Человек надо, забастовку да. хочет делать. Да, 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 он же оппозиционер, вы что делаете, типа, ага. И раз, значит, через неделю, по-моему, он же опять пришел, провел, а я не пошел. На это собрание не пошел уже, это, они без меня переизбрали другого председателя, который как бы вот, ну не в оппозиции, ну, который да. будет это... Лояльный к власти. Да. Обидно было? Да, ну конечно. Ну, мне было приятно, что меня поддержала моя однокурсница по медицинскому институту, она там тогда работала, сейчас она в Яшалте работает, Караваева Дельгир, Дельгир Джигджидовна. Вот, мы вместе когда-то с ней учились. То, что она работала, да? Да. Вот она поддержала, она там даже не просто, вот она против и еще высказалась там, не побоялась против этой аудитории, поднялась и прям там чуть ли не... Высказалась. А, высказалась, а что, что они вы делаете там, то все. И, ну, естественно, она... Кстати, она до сих пор еще вот придерживается тоже взглядов, скажем так... близко ко мне бывает на наших митингах. Я ее встречаю на наших митингах. И предстоящий съезд Айрат Калмыцкого народа, который мы так предварительно намечаем на сентябрь месяц, вот, я ее как в качестве делегата предложил. Вот. От себя, да? Да, она как бы... Вчера перед, вот, перед интервью на нашем, я опубликовал пост, что я с вами буду записывать интервью. Борис тогда я прокомментировал его, и вот он написал так. Я не знаю Бориса тогда его, просто я вот тут друзья на Фейсбуке общаемся. Николай Алексеевич не просто достойный гражданин нашей республики, он всю жизнь посвятил вести республике и народу. Он врач и спортсмен и певец. Кстати, Санал, спроси его про битву волейбол на первом микрорайоне, про РДМ, про Народный фронт и так далее. Будет интересно. Николай Алексеевич – это легенды и листы. Но я написал, что я обязательно спрошу. Вот хотелось бы послушать по этому поводу. Вы только волейболом занимались? Нет, я... В школе футбол, конечно, на первом месте. Ага. Вот. В поле у меня не так получалось. Я вратарем. Ага. Ну, рост позволял, там это все. Вот. Я был вратарем. Это школе... ответственность. Да. Это характеризует. Это характеризует. Да. Это характеризует. Вот, вратарем. Ага. Потом волейбол стал у меня получаться. Мне стало интересно. Баскетбол. Вот. И настольный теннис. Настольный теннис в школе там появился, но я его настольный теннис позже освоил, не в этой, не в школе, в Цыгануре. А потом уже я вот болел и по санаториям в подростковом возрасте ездил, а там в санаториях были настольные, это, и ребята хорошо играли. Вот. И они мне как бы, ну, не показывали там, а сам я начал потихонечку играть. Вот. И научился, можно сказать, самовучка. Вот. А как пришли в самодеятельность? А самодеятельность, в принципе, еще в школе я с первого, ну, можно, может, ну, не с первого класса, наверное, с пятого, с шестого, ну, сказали, что у меня хороший голос, слух музыкальный. А вы поете, да? Вы не танцуете? Да, я пою, да, я пою. Я помню, что еще после восьмого класса, тогда вот восьмилетка была, мне мои одноклассники советовали, Коля, ты, говорит, это, давай езжай в Элисту, музыкальное училище, да? У тебя есть способности музыкальные. Ага. Я так, честно говоря, задумался,
И меня сдержало, что у нас был преподаватель музыкальный, очень хороший баянист, это гармонист, но он периодически уходил в запой. И я тоже подумал, не дай бог, думаю, а я этого очень боялся. По жизни вот и боялся, и боюсь, не дай бог, думаю, это вот так вот станешь тоже вот таким, как он. И меня это сдержало, и я закончил вот 11 классов, и пошел, решил, тем более я болел, как-то это мне стало ближе, вот, пошел и, ну, поступил в медицинский. В 68-м поступил, в 74-м году закончил. И там тоже продолжал художественно-деятельно участвовать. По теннису, я помню, однажды там соревнования проводились институтские. И я легко выиграл одной левой, можно сказать. Ну, там не было таких достойных соперников. Человек 10 было, они тоже такие это, впервые, может быть, взяли. Я помню, что я выиграл. Легко, да? Да. И помню, я на каникулах как-то приехал в Цаганур, а там школа строилась, цаганурская. Здесь такая знаменитая песня «Цаганур Индундын школ». Угу. Вот я там принимал участие, сам тоже когда-то подрабатывал летом. Ага. И помню, там стол стоял, и летом мы с ребятами играли, и пришли... Вот они тоже строители этой школы были, несколько ну, уже взрослых людей. Поиграть. Поиграть, ага. Ну, и я там пришли, я их раз, ага. И тут один постарше этот говорит, а ну-ка, сейчас я с ним сыграю. Что-то вы, говорите, ему легко проигрываете. Раз встал, и я у него партию выиграл. Ага. Да, он что-то этот разозлился. Раз начал меня, ну, естественно, профессионально. Хороший соперник. Да. А потом мне эти ребята, ты знаешь, говорит, с кем ты играл? Нет, говорю, это, говорит, Куберлинов, сам Куберлинов, говорит, ага. Я вот сейчас внука вожу на теннис, учу уже, ага. И его сын Игорь Анатольевич, тот Анатолий Куберлинов, это Игорь Анатольевич. Я видел. А теперь мой внук учится у его сына. Ну, круто это. Да. Клавдий Алексеевич, а вот вы смотрите телевизор? В основном, честно говоря, спорт, футбол, даже волейбол, даже предпочитаю даже больше волейбол смотреть. Спортивные соревнования, вот настольный теннис, да, если что-то там есть. То есть то, что касается политики, там даже... Это не могу, я туда не могу. Жена бывает включает, вот я прямо убегаю. Зомбоящик. Ага, зомбоящик. Я, вот я же говорил еще вот в то время, в советское время, я слушал... «Голос Америки». Угу. Вот. Сейчас пользуюсь интернетом, радио «Свобода». Вот. На телеканал «Дождь» я подписался. Угу. То есть я стараюсь вот такие как бы... И я очень жалею, что в свое время не выучил английский язык, вот, чтобы непосредственно смотреть вот, западные, скажем так, BBC, там это было бы хорошо. Но немножко, скажем так, в этом... Кто плане. Является вашим кумиром? В политическом аспекте? Ну, мне нравится очень Андрей Сахаров. Mm. Вот еще когда вот про него стали говорить, там он, когда вот он в Горьком был, значит, много лет с Еленой Боннер. Вот он, именно его взгляды, то, что он не испугался вот этого, что он выступил против той системы страшной. Вот. Ну, конечно, наверное, помогло, что он был всемирно известный. Естественно, что это ему, конечно, помогло. В тюрьму его спрятать не могли, вот, потому что ну, западные эти, ну, они всегда... Ну, он же диссидентом же был, да? Он. Да, вот, и он находился в ссылке в городе Горьком несколько лет. Вот, и свою деятельность он как бы не прекращал, вот, хельсинскую группу там. Я вот когда бываю в Москве, вот, то стараюсь попасть в этот Сахаровский центр, потому что там всегда собираются такие интересные люди, которых я, например, на радио «Свобода», на «Дожде», я их непосредственно, там Сергей Медведев, например, я его видел, Сатаров, например, приходил там на лекции, читал. И другие известные политики приходили туда. Я стараюсь сходить в этот Сахаровский центр. Он в Москве, так, наверное, единственное место, где можно. Потом я в Москве познакомился
с Марком Гальпериным. С Марком Гальпериным тоже такой, давно он в оппозиции. Сейчас он сидит, в прошлом году практически ни за что. Он тоже вот обычно в пикетах стоит, я вот рядом с ним стоял однажды возле метро. Я ему потом напомнил, он: «Да, да, я помню», говорит, «что вы приходили». Вот. И в прошлом году, пока его не посадили, по скайпу с ним общались. Mm. Там со всей России у нас по скайпу мы вместе. Конференция, он сам, да? Да, конференция. В чате. Он проводил конференцию. Mm-hmm. Ну, вот, тоже обсуждали наши эти. Кстати, вот про наши митинги. Вот одно время, когда вот наши митинги пошли, они прямо: «Что у вас там? Что у вас там?» Внимание особое. Вот, да, и мы с первых уст, еще я Санала Молоткова подключил. Вот, Санал потом с ними тоже стал общаться. Мы рассказывали вот с первых уст, скажем так, Ингушетии, Ингуша, помню. Ингуша, парня молодого, тоже подключили одновременно. Ну и по России вот таких активных, скажем так. Ингуши очень активны в последнее время. Николай Васильевич, вот вы родились в спецпоселении. Как вы, лично вы, отнеслись к высказыванию Штыгашева, да? Спикера Хакасского парламента? Ну, для меня это был шок. Шок. Вот. Я знаю, что многие тоже были этим. Я сначала даже не мог поверить, думал, какая-то утка, мало ли чего бывает, да, там всяких. Но потом, вам, пока видел. В какой период возраста вам было, сколько лет, когда вы? Вы в 48-м году родились? В 48-м, да. По 57-й, вы там, по 56-й, да? Да. А то есть вы там достаточно длительное время. Да, я в Сибири. Вы же помните, наверное, все? Да, я помню. Я первый класс закончил. Вот, тем более. Я закончил первый класс, я это хорошо, конечно, помню, то, что происходило. Конечно, я в силу возраста тогда еще не оценивал, я еще не понимал, что происходит, что произошло, вернее. Ну, мой дядя, например, я знаю, один дядя, он в Широклаге был, с фронта его это, когда забрали, а он был, кстати, раненый на фронте, вот, с орденами, с медалями, кикей, ухалга такой, вот. Потом другой дядя, правда, он в плен попал, был в плену, не помню, то ли в самой Германии, а то ли он в Польше находился, ну, остался жив. Но он не перешел на сторону, он мог бы вполне тоже там, например, сказать, я там же вербовали всех, кто попал в плен. Вот ваша реакция. Власовцы там, предположим, целая армия же перешли. Ваша реакция на Штыгашева, на высказывание? Да, вот для меня это было, во-первых, шоком, во-вторых, естественно, что я считаю, я, кстати, тоже написал в наш следственный комитет республикан больше месяца назад уже. И написал Бастрыкину. Вот от нашего где-то через 10 дней я получил ответ, что все это направлено, мое письмо направлено в Хакасию. А от Бастрыкина так ничего и не получил. Я тоже вот такую реакцию, мы с женой, можно сказать, вместе просмотрели. Жена у меня историк. Вот. Естественно, она знает, скажем так, больше, чем я в историческом плане. И для нее это, конечно, еще больше, скажем, шок, может быть, чем для меня, который, ну, может быть, не в такой степени, потому что нам же многие вещи в школе в советское время нам не преподавали, не говорили там про калмыки особо, не было. Вот вообще это сейчас мы, литературы хватает. И много узнаем из своего героического прошлого. Очень много книг, я их много прочитал о своем народе. Вот. Кстати, вот по Сахарову вот я прочитал его книгу «Кефир надо греть». Вот, в прошлом году, я помню, я прям выписал ее. Потом мне в последнее время, вот я стараюсь читать именно, ну, политического характера книги. Вот недавно я, вот в прошлом году прочитал книгу правозащитника Алексея Федярова «Человек сидящий». Вот он когда-то был прокурором, вот, потом ушел в бизнес.
А в бизнесе он, его потом что-то к нему придрались, и он отсидел в Нижнем Тагиле, по-моему. Вот, 5, по-моему, от звонка до звонка, а потом вышел, стал правозащитником. Он часто на радио «Свобода» его слышно. Вот, теперь прочитал книгу Дмитрия Запольского. Она была издана в ЕС, ну, за границей. Uh-huh. А, вот, «Путинград». Очень интересная книга, там охватывает период с 90-го по 2000-й год, период, когда Путин, Собчак и другие вот его... Становление, что ли? Ага, вот, как они там в этом заправляли в Петербурге. То есть вы эти книги рекомендуете прочитать молодым людям, которые нас смотрят, да? Да, я рекомендую, ага. Классич, вот. Прошел год с момента назначения нам, да, Бату Сергеевича? Ваши... оценки деятельности? В общем, даже трудно, не могу оценить никак, вот честно сказать. Потому что, ну, ничего позитивного нету. Много было обещаний, вот, много было обещаний. Мы в основном в социальных сетях читаем, там, в Инстаграме, там, читаем, он обещает то, значит, и воду нам. Значит, в республику и пенсии поднять, там, и зарплаты, там, ну, много чего как бы обещает все это. А, ну, вот у меня было впечатление, сначала, конечно, я думал, о, известный человек, там, наверное, под него деньги будут. Вы верили, да, когда, ну, он ушел? Поначалу да, все-таки он известен был как спортсмен, там, это все, вот. Я не ходил на его бои, а по телевизору видел, гордился им. Но потом, когда вот эта вот, значит, выборная кампания пошла, вот, и выдвинулся Намсыр Манджиев. Я его, кстати, Намсыра Манджиева слышал про него, но не был знаком, не знал, кто это такой, поэтому мне как бы все равно было. Но когда он, я увидел, что... он всячески препятствует тому, чтобы Намсыр в честной, скажем так, это собрал голоса до того, чтобы баллотироваться. А тот, значит, все эти голоса на себя как бы принял, хотя ему там 100 с лишним хватало. Он ушел там вроде бы с 200 с чем-то без надобности. И я тогда перекрыл, понял. Специально перекрыл. Да, перекрыл. И я тогда понял, что это тоже человек нечестный. Что он не будет честно, скажем так, и вот вся его последующая, скажем, да, вот эта деятельность в течение вот год недавно прошел, там очень хорошо в этом плане Семен Атеев высказался и Юрий Абушинов, вот, они все действительно... Разочарование. Да? Разочарование, да. И я знаю, что многие люди, которые вот верили, вот особенно после наших митингов, они все разочарованы в том, что вот это те, которые верили, думали, ну, как я, не может, какое-то время, пока вот он... если бы вот он выиграл в честной борьбе, сказал бы, пусть вот достойный кандидат, ну, там, или это, да, конечно, дать ему это не, может, не препятствовать. Пошли помогать бы ему, может быть, да, правильно? Да, все по справедливому, да, по честному. Да, тогда бы мы сказали, да, действительно, ну это вот уже. Здравствуйте, вы вот длительное время занимаетесь, да, политикой, вы знаете, кто у нас здесь, кто какую деятельность. Что вы скажете, вот, я вот считаю, лично я считаю, и многие считают, судя по последним видеороликам, да, Анатолий Васильевич у нас здесь уже себя исчерпал. Конечно, уже. Конечно, давным-давно уже просто меня поражает, как ему не стыдно. Меня поражает, вот сам Путин поражает, да, сколько лет уже, и хочет обнулиться и снова. Мне даже вот в какой-то степени даже стыдно за них, как будто вот я на их месте. Мне стыдно вот за них, за этих людей. Как они могут вот так вот, ну, непонятно. В общем, как будто этот называется по медицинской части, чуть ли не это как не шизофрения. Человек, когда без конкуренции, да, во власти, во всем, мы почему вот отстаем? Самое главное... А почему мы такое допускаем здесь у нас в Урале? Вот почему мы такое допускаем? Мы народ, который избираем. Ну, я думаю, что я уже вначале говорил, что народ, наверное, еще как бы не созрел, боятся.
бояться даже не за себя, а за своих родственников. Кто-то где-то работает, кто-то там как-то... Вот. Наверное, вот это вот людей, вот одна из причин, наверное. Ну, Игорь Васильевич, вы вот длительное время занимаетесь политикой. Да. Вы знаете, кто у нас у власти, как у власти. Вот. Что вы скажете про Анатолия Васильевича? На мой взгляд, он уже себя исчерпал и исчерпал давно уже. Вот. Да, то, что вот он, наш Хурал, принимает вот такие решения, калмыцкий язык, например, предположим, да, ну, национальные языки, например, значит, поддерживает вот это вот обнуление, вот, это самое главное, как на виду. То, что у нас в республике не меняется ничего в лучшую сторону, потом на Хурале, значит, все голосуют единообразно, кроме, значит, одного-двух человек. Вот. Это все, естественно, это усугубляет ситуацию в Калмыкии. Поэтому уже давным-давно этот Казачко, он должен уйти с этого поста. Надо потребовать вот, на митингах, обязательно требовать, чтобы эти люди, в первую очередь Казачко и Дикалов, все, которые вот, опозорились в прошлом году, когда выборы были, Айса девушка Хулаева, да, Айса Хулаева, когда выявила вот такие, они должны были сами написать заявление, даже без заявления, на другой день они должны были с позором убраться отсюда. Поэтому я считаю, конечно, им не место занимать эти должности. Я с вами, да, вы очень правильно сказали. Василий, что вы посоветуете молодому поколению, вот, нам, активистам, другим людям, которые не ходят там, на митинги, там, ну, жителям нашей республики? Ну, я, главное, наверное, вот я не от себя скажу, и от моих товарищей, это бороться, не сдаваться, быть принципами, руководствоваться принципами, о которых я с самого начала говорил, вот, быть честными, порядочными перед собой, перед народом, вот, перед своей совестью в первую очередь. Вот. Самое главное, мне кажется, вот, быть человеком, скажем так, если в общем выразиться, никогда не сдаваться. И как врач, вот период у нас, эпидемии вот этой, ваш совет также? Да, вот надо будет придерживаться тех правил, которых сейчас об этом много говорят, вот и в интернете, и так, чаще мыть руки, стараться в масках ходить, меньше выходить из дома, вот, и, ну, придерживаться, скажем так, личной гигиены. А самое главное, вот, меньше общаться. Все? Да, все. Вы хотели спеть песню? Да? Mm-hmm. Ну и хочу напоследок спеть песню тоже Манахальмык. Эсерсен сосон, тасырсын махон, орыгансын келта белавидет. Нүгәд яусын, танигансан хла, нүдім нөлім сар дүрне. О-о-о, улан чирәті, төрлмүд мені, улан залата халим гуд. О-о-о, улан чирәті, төрлмүд мені, улан залата халим гуд. Спасибо, что пришли.